стараемся. Молодцы, молодцы, так держать. Стараемся. Молодцы, молодцы. Вообще. Как можем. А? Как можем. Молодцы, я вообще. Так вот у него электричка кончилась. Электричка кончилась? Ага. Аккумулятор сел, что ли? Ага. Понятно. А есть это какая-нибудь веревка? Веревка? Ага. Да есть что-нибудь? Если надо связать, то я бы его утащила. Я вообще молодцы, я говорю, вам, я вообще поражаюсь, как вы вот это вот, вот так, так вот. Как можем. Молодцы это вообще. Пусти. Пустите и едете. Ага. Вы далеко сейчас? Мы в Радужном живем. В Радужном? Да. А поди телегу-то закинуть, можно сюда, пусти. Не знаю. Спасибо. Слушай, слушай, пойди прицеп закинуть тебя, велосипеда отвезти до Радужного уже. Может быть, ты согласишься? Ну? Нет. А? Понятно. Чего? Я как? А, ну, его телегу туда, а его как? Машину. Машину. Давай поможем, что? Посадим, да и все, что какие проблемы-то отвезем, да и все. А вы не испугайтесь, что он дергается. Так и вашу он туда же поставит. А что, я не знаю, он все, я думаю, войдет. Я не сяду, я так. Ну давайте, что, его-то довезем. Я дорогу покажу. Дика. Ау. Че, господи, он... Чего, знает, чего? Надо как поможем, что, в такой ситуации-то. Конечно. Давайте, что, вообще, а? Проблем. Могут, тут два мужика крепких. Так он стоять не может. Сейчас посадим. У меня подмышки. Сейчас поможем. Понимаю, вот. Ага. Сейчас он встанет. Сейчас. Тихо, куда? Ну, ё-моё. Спасибо. Петля. Там-то что, его на обратно посадить надо или как будет? Нет, я вызову родителей. Кого? Родители его. А, все понятно. Ага. Куда ехать-то надо? Радужный. Я покажу. Вань, давай затолкаем им телегу. Все, что есть. Давай затолкаем телегу. Да, не увезете. Далеко ли? Да Радужный. Давай. Сейчас мы скинем только ему и все. Хорошо, дай хорошо. Ау. Хреново. Ага, я поняла. Надо сюда его пересадить. Ага. Стоп. Потому что он не сможет подойти никак. Он не подойдет никак. Ага. Куда удобнее? Назад, вперед. Так вот куда? Давай. Так, двигаемся. Надо двумя руками. А? С двух сторон помогать. Все. Давай, Ваня.
Подмышки. Подмышки. Давай. Опа. Все, пошли. Тихо. У него одна нога не работает. Совсем. Так. Молодец. Во. Хорошо. Во. Да он не боится, это у него естественно. Чтобы ударился. Ага. Адрес какой-то есть? Есть. Адрес есть? Строители 9. Строители 9. Я покажу. Это Пятерка, что ли? Да, за пятеркой. За пятеркой, ага, туда? Ага. Нижняя пятерка-то, да? Нижняя. Я покажу. Ну, едем вперед, вас, наверное. Нет. Почему? А вот. Давайте туда. Ну, поехали. Ага.